1908 год. Москва ровно 100 лет тому назад. Заснеженная, посеребренная колокольным звоном, она, кажется, и не очень изменилась за этот век. Поразительная способность вбирать и примерять в себе черты самых разных эпох и оставаться ни на кого не похожей. Москва не перестает удивлять многообразием стилей, пестротой вкусов и в то же время яркой самобытностью, всегда узнаваемым лицом. Модерн в Москве появился неожиданно. Как неожиданно среди городской суеты и каменных мостовых распускается вдруг экзотический цветок. Хотя в России и в Европе нового стиля ждали. К нему были готовы. С ним связывали надежды на обновление жизни. Казалось, что именно модерн спасет человечество от прагматизма и буржуазной меркантильности. И вот с началом нового строительного бума появился и новый стиль. Но отнеслись к этим архитектурным экспериментам и в Европе, и в Москве с недоверием, даже возмущением. Бесстыдный стиль, грузные уроды, поклонение низким истинам. Современники сочли, что в модерне проявилась вся неустойчивость эпохи и случайность ее идей. Гораздо благосклоннее, чем простое подражание западному модерну, московская публика восприняла здания с ярко выраженными национальными чертами, так называемый новорусский стиль, который удачно дополняли древние 40-40-ов московских церквей. Но менялись вкусы. Современники разглядели в этом стиле жажду красоты и гармонии. И позже короткую, драгоценную для культуры России эпоху рубежа XIX и XX веков гордо назвали эпохой модерна или Серебряным веком. Гостиница «Метрополь» – ключевой памятник московского модерна, эксперимент нового стиля, созданный трудом многих архитекторов и художников. Инициатором строительства этого гиганта в центре Москвы стал меценат Савва Мамонтов. Савва Великолепный, как звали его друзья, по аналогии со знаменитым Лоренцо Медичи. Мамонтов украсил фасад художественным панно Михаила Врубеля, а в здании задумал разместить еще и грандиозный по размерам оперный театр. Театра не получилось, но это не помешало «Метрополю» стать одной из лучших гостиниц мира. Thank you.
Фасады метрополи явились настоящим манифестом нового стиля. Мамонтов превратил их в рекламную выставку архитектурных возможностей еще одного своего замечательного начинания – гончарного завода Абрамцева. А вдоль фасадов дома написал понравившуюся ему фразу Ницше. Опять старая истина. Когда выстроишь себе дом, то замечаешь, что научился кое-чему. Владельцем самого известного московского особняка в стиле модерн был миллионер Степан Павлович Рябушинский. Поклонник искусства Древней Руси, он, тем не менее, стал вдохновителем самого новаторского произведения, созданного знаменитым архитектором Францем Шехтелем. Фасады особняка украшают гигантские мозаичные орхидеи, сделанные по эскизам самого архитектора. Но самой большой гордостью Шехтеля и украшением дома стала парадная лестница «Волна» с фонарем в виде медузы на гребне. Трудно поверить, что она сделана из 15 кусков камня. И все здесь подчинено этому мощному движению. Архитектор сумел создать мистическое ощущение присутствия в волшебном царстве природы. Самое сокровенное и потаенное помещение особняка – моленное. Рябушинские были старообрядцами, и Степан Павлович, страстный собиратель икон, мечтал со временем превратить дом в музей древнерусского искусства. Поразительно. Многие современники Рябушинского считали, что более нелепый дом трудно себе представить. Но именно он стал настоящим украшением Москвы.
В одном из старых московских переулков расположился таинственный особняк, окруженный изысканной кованой оградой с огромным арочным окном в центре фасада. Это здание построил в самом начале XX века Франц Шехтель. Особняку Александры Дерожинской суждено было стать одним из самых знаменитых творений архитектора. Нам практически ничего не известно о владелице этого дома. Осталась лишь ее фантазия, воплощенная гениальным зодчим. Но до сих пор символы и смыслы особняка мадам Дерожинской притягивают своей волнующей загадкой. В самом центре Москвы, недалеко от Кремля и храма Христа Спасителя, стоит одно из самых необычных зданий города. Его называют «Дом-сказка». В начале XX века инженеру-строителю железных дорог Петру Перцову пришла в голову идея построить доходный дом для художников. И какое счастье, что для ее воплощения он пригласил Сергея Малютина,
художника, известного своими эскизами деревянных зданий, мебели, предметов русского быта и знаменитой матрешки. Герои русских народных сказок прекрасно прижились на майоликовых панно под многочисленными выступами, балконами и нишами. А само здание стало подлинным украшением Москвы эпохи модерна. Особняк текстильного фабриканта Ивана Мендовского относится к лучшим произведениям московского модерна. Он был построен архитектором Львом Кекушевым в 1903 году и напоминает резную шкатулку, которую можно бесконечно рассматривать со всех сторон. Чистейший образец чистейшего модерна. В аристократическом районе Москвы вырос в 1909 году доходный дом, огромный по тем временам и невероятно элегантный. Его оконные переплеты поражают сложностью и изобретательностью рисунка.
А львиные маски на фасаде дома – это своеобразный автограф архитектора Льва Кекушева. Покровский собор Марфо-Мариинской обители Милосердия. Он построен в неорусском стиле по проекту архитектора Алексея Щусева. За основу взяты приемы новгородско-псковского зодчества XII-XIV веков. Храм украшает каменная резьба работы известного скульптора Сергея Каменкова. Внутреннее убранство собора выполнено живописцами Михаилом Нестеровым и Павлом и Александром Коринами. Не было бы ни этого храма, ни обители, если бы не замечательная женщина, московская красавица, великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы. После трагической гибели мужа она на свои личные сбережения учредила и построила монастырь. И сама поселилась здесь. А после революции не покинула Россию, а приняла мученическую смерть. Когда-то это была окраина Москвы. Сейчас все изменилось. На площади всегда многолюдно и шумно. Отсюда дорога ведет на север, через Ярославль к Архангельску. Стилизованный под древнерусский терем, Ярославский железнодорожный вокзал был создан по проекту Франца Шехтеля. Здесь архитектор с легкостью отказался от европейского модерна в пользу неорусского стиля. В декоре фасада все напоминает русский север. Само наследие Древней Руси, которое и вдохновляло новорусский стиль, было невероятно многообразным. Поэтому архитектурные памятники в национальных стилях очень отличались друг от друга. Например, нарядный Казанский вокзал. По проекту талантливого и плодовитого зодчего этого направления Алексея Щусева. Thank you.
или фасад эмблемы Третьяковской галереи в исполнении художника-сказочника Виктора Васнецова. Памятники этого стиля не намного, но все же пережили модерн западноевропейского направления. Век модерна оказался недолг. Всего за 15-20 лет он преобразил Москву и исчез так же внезапно, как и появился.